Oh, her. Химету. Ой, прости, иногда по привычке перехожу на язык планку. Как я рад, что мы наконец-то встретились. Меня зовут Бернард, но называй меня Берни, я настаиваю. Бернардом меня называет жена. Да и то только тогда, когда я запачкаю ковер слоновьим навозом.
Как ты наверняка знаешь, я владею несколькими зоопарками. Но новичков я всегда обучаю тут, у себя дома. Это мой первый зоопарк, и я им очень горжусь. Только начав здесь работать, я уже был доволен как слон. Хотя слоны тут появились намного позднее. Так вот, мы затеяли тут большой ремонт, и мне понадобится твоя помощь. К сожалению, у нашего подрядчика обнаружилась аллергия на шерсть, и он разорвал договор. Хотя его сложно винить. Как-то раз он так чихнул, что его вставная челюсть залетела в вольер со львами. В общем, тебе предстоит закончить его работу. Но не бойся, я не брошу тебя без поддержки. Моя главная смотрительница, Нэнси Джонс, будет рада помочь. Она работает, не покладая рук, и требует того же от всех остальных. Но я уверен, что в итоге вы станете не разлей вода. Кстати, воду действительно лучше не разливать. Она всегда пригодится. Привет. Судя по твоему свежему виду, это тебя недавно нанял Берни. Хорошо. А теперь забудь то, чему тебя учили в университете, потому что у нас тут все познается на практике. Ну, не будем спешить с настоящей работой. Может, ты хочешь для начала оглядеться вокруг, познакомиться с зоопарком и нашими чудными животными? Давай начнем с очаровательного вольера, в котором живут гризли. А ты знаешь, что гризли, они же Ursus arctos horribilis, могут проводить в спячке до 7 месяцев в году? Хотя иногда мне кажется, что многие люди тоже не отказались бы от такого, если дать им возможность. Выбери одного из медведей и увидишь его информационную панель. На ней можно найти самую разную информацию о животном. Самый важный показатель – общее благополучие. Ты еще много узнаешь о благополучии животного, когда будешь выполнять задание. А сейчас давай полюбуемся этим восхитительным животным. Выбери камеру в нижней части информационной панели. Это отличный способ увидеть животное вблизи. Чтобы быстро включить этот режим обзора, достаточно просто дважды нажать на животное. Как насмотришься, отправимся на другой конец зоопарка и посмотрим на львов. Я отметила их местоположение на карте. Пантера Лео-Лео, иначе говоря, сенегальский лев. Львы самые общительные среди больших кошек. В одном прайде их может быть до 40, однако такие большие прайды встречаются нечасто. Как сказал бы Берни, эти львы просто зарычательные. Именно поэтому дрессировкой в основном занимаюсь я. Ну да ладно, почему бы нам не начать выполнять задание? Давай пойдем в пустой вольер и посмотрим, что нам нужно сделать. Как ты видишь, здесь у нас славное место для новых животных. Не хватает одной маленькой детали, точнее двух деталей, самих кабанов. Поэтому нужно принять парочку. Чтобы принимать животных, тебе нужно открыть рынок животных в разделе «Торговля животными». Ну
вот, пара прекрасных бородавочников для нашего зоопарка. Выбери их и нажми «Принять» в боковом меню. Обычно на рынке куча животных, но я убрала их на время, пока ты учишься. А то еще закажешь ненароком дюжину слонов, а нам их некуда будет девать. Когда ты принимаешь животное, оно автоматически попадает в хранилище животных и находится там, пока ты не отправишь его в подходящий вольер. К счастью, вольер у нас уже есть, так что можешь переместить животных в их новый дом. Когда ты даешь указание перевести животное в вольер, уборщики идут в центр обмена, забирают животное и перемещают его туда, куда нужно. Я отметила местоположение центра обмена. Давай отправимся туда и посмотрим, как они это делают. Как видишь, уборщики не теряют времени зря. Они переведут животных в вольер так быстро, что ты и глазом моргнуть не успеешь. Обычно мы отправляем животных в карантинную зону, прежде чем выпускать их в вольер. Но в этот раз мы можем пропустить этот шаг. Я заранее удостоверилась, что наши бородавочники полностью здоровы. Теперь нужно закончить работы в вольере для бородавочников, чтобы они были счастливы. Как видишь, у каждого животного в зоопарке есть показатель общего благополучия, который, по сути, показывает, насколько они счастливы. Этот показатель зависит от четырех других – питания, социальных условий, состояния вольера и обогащения среды. К счастью, когда ты выбираешь животное, ты можешь увидеть его панель информации и узнать, как у него дела. Так ты поймешь, какая у животного проблема, и сможешь ее решить. Кстати, если информации слишком много, чтобы запомнить сразу, ты всегда можешь освежить память с помощью зоопедии. Давай для начала разберемся с питанием бородавочников. Для этого нам нужно разместить в их вольере кормушку и поилку. Кстати, для каждого животного нужен свой тип кормушки. У бородавочников это малое корыто для еды. Так что давай установим им такое корыто и миску для воды. Кроме того, животным для счастья нужны развлечения.
давай установим бородавочникам славную грязевую ванну, чтобы они могли в ней валяться. Эта ванна повысит уровень обогащения среды, в данном случае за счет игрушек. О, отличная работа! Кажется, у тебя талант. Наш подрядчик исчез очень неожиданно, так что место сейчас не в лучшем виде. Куча всего недоделанного, недостроенного и недокупленного. Но прежде всего нам нужно закончить вольер для страусов. Он там, рядом с бегемотами. О, прежде чем мы начнем строить вольер для страусов, давай-ка поставим игру на паузу. Просто нажми на кнопку «Пауза» в правом нижнем углу. Так-то лучше. Минута покоя. Иногда, когда нужно уделить чему-то особое внимание, стоит поставить игру на паузу. Так ситуация в зоопарке не будет выходить из-под твоего контроля всякий раз, как ты на что-то отвлекаешься. Так что, пока мы строим вольер для страусов, пусть лучше игра остается на паузе. Итак, для начала тут нужно установить ворота вольера, а потом уже доделаем ограждение. Каждому вольеру нужны ворота для смотрителя, иначе как он будет входить и выходить? Главное, убедись, что к ним ведет тропинка, иначе смотрители не смогут до них добраться. Отлично! Теперь нужно достроить периметр, и можно будет принимать страусов. Я отметила участок для вольера, так что, пожалуйста, дострой ограждение, используя кирпичную стену. Отлично! Помни, прежде чем помещать животных в вольер, нужно убедиться, что барьер полностью замкнут. Как ты можешь заметить, посетители сейчас не могут заглянуть в вольер, по крайней мере, если у них нет стремянки. А стремянки у нас запрещены, так что, пожалуйста, выбери один из фрагментов ограждения и замени кирпичи стеклом, чтобы посетители могли через него смотреть. Вот так лучше! Чем больше таких окон, тем лучше посетители могут рассмотреть животных в вольере. Надо стараться сделать так, чтобы посетители могли видеть животных, гуляя по тропинкам, потому что от этого они становятся счастливее. Ну, еще потому, что зоопарк, в котором нельзя смотреть на животных, очень странное место. И, наконец, нам нужно установить ящик для пожертвований. Когда посетителям нравится животное, они оставляют пожертвования. Только убедись, что ящики стоят в доступных местах, например, рядом с обзорной площадкой. Пожертвования – важный источник дохода для зоопарка, так что не забывай про них. Так. Прежде чем мы сможем принять наших страусов, стоило бы нажать на кнопку «Играть». Все-таки вместе с игрой ты ставишь на паузу и всех наших смотрителей, поэтому транспортировка животных сильно затянется. Кроме паузы, есть возможность ускорить игру, нажав на кнопку «Ускорить». С ней можно ускорить все в 2 раза или в 5. Это может быть полезно, особенно если ждешь, пока накопятся деньги или пока животные будут доставлены в их вольеры. Лично я использую ее, когда хочу, чтобы чай скорее заварился. Итак, самое время принять нескольких страусов, как считаешь? Давай поселим тут 4.
уж мы ждем, пока уборщики привезут страусов в вольер, надо подготовить его. Добавь нужную кормушку, поилку и подходящие для страусов лакомства для обогащения среды. Лучше всего устанавливать кормушки и предметы обогащения среды ближе к краям вольера, чтобы посетителям было удобнее наблюдать за жизнью животных. Хорошо, что нашим страусам есть где размять ноги. Кстати, ты знаешь, что они могут разгоняться до 70 километров в час? Надеюсь, они не сбегут, а то мы мгновенно разоримся на дорожных штрафах. Кажется, Берни впечатлен. Он уже шутил про штрафы за превышение скорости. Каждый раз, когда мы покупаем страуса. Ну что ж, мы сделали жизнь страусов лучше. Теперь давай позаботимся о смотрителях. Чтобы им было удобнее кормить страусов и бегемотов, нужен новый домик. В домиках смотрители готовят еду для животных. Поэтому нужно строить их рядом с вольерами, чтобы смотрители не тратили время на ходьбу туда-сюда. Вращай домик, чтобы вход в него соединялся с тропинкой. В этом домике есть место только для одного смотрителя, но в больших домиках могут поместиться несколько смотрителей, которые будут готовить еду одновременно. Только учти, что домики смотрителей и прочие служебные здания надо строить подальше от мест скопления посетителей. Посетители не любят смотреть на технические помещения, и это может понизить уровень их удовлетворенности. А мы этого совсем не хотим. Всем служебным зданиям, магазинам и прочим объектам необходима электроэнергия. Новый домик смотрителя не исключение, так что давай установим рядом с ним трансформатор. Все вокруг стало синим, потому что мы открыли тепловую карту с данными по электроэнергии. В этом режиме видно, у каких объектов есть электричество, а у каких нет. Когда установишь трансформатор, щелкни в левом нижнем углу, чтобы закрыть этот режим. Отличная работа! Теперь смотрители смогут использовать домик, чтобы готовить еду, и им даже не придется далеко ходить, чтобы отнести ее страусам и бегемотам. Ну что ж, перейдем к твоей следующей цели. Бенгальские тигры! Мы хотим принять несколько тигров, но, боюсь, для них вообще ничего пока не готово. Иди к отмеченному участку земли, он тут, недалеко. Итак, твоя новая задача – построить вольер с нуля. Давай, бетон и стекло ждут тебя. Приступай к делу. Главное, чтобы в вольере была та здоровенная яма, которую мы вырыли. Ой, и не забудь ворота в ограждении установить. О, и убедись, что посетители смогут увидеть наших тигров. Thank you.
Берни очень серьезно относится к безопасности в зоопарках. Так что, наверное, надо убедиться, что тигры не смогут выпрыгнуть из вольера. Для этого мы можем просто сделать барьер вольера повыше. Для начала дважды нажми на барьер вольера, чтобы войти в режим редактирования. Отлично! Теперь выбери весь периметр вольера. Для этого нужно нажать и провести по нему инструментом выбора. Теперь, когда весь периметр вольера выбран, ты можешь увеличить высоту барьера, нажав и потянув вверх инструмент высоты. Сделай так, чтобы высота была не меньше 3,7 метра. Теперь, когда вольер на месте, не забудь поставить рядом с ним ящик для пожертвований. Мы должны зарабатывать как можно больше. Зверей надо чем-то кормить. И я сомневаюсь, что ты убедишь наших тигров перейти со свежего мяса на лапшу быстрого приготовления. Что ж, ограждение вольера готово, ворота стоят на своем месте, и что самое главное, тигры теперь не смогут выпрыгнуть. Думаю, пришло время принять нескольких тигров. Пока наши верные уборщики забирают и доставляют тигров, нужно подготовить вольер к прибытию животных. Начнем с самого основного. Добавь подходящую кормушку. На этот раз давай попробуем поставить не миску с водой, а кое-что другое. Некоторым животным нужен бассейн в вольере, чтобы они могли плавать. Но они также могут пить из него. Надо только убедиться, что берега бассейна пологие, чтобы животные легко могли подойти к воде. Тут бассейн уже выкопан, но надо еще наполнить его водой. Чтобы сделать это, зайди в меню «Ландшафт» и выбери инструмент «Вода». Да, это просто отлично. Конечно, как и бородавочникам со страусами, тиграм нужно обогащение среды. Можешь добавить в их вольер подходящие игрушки и лакомства, а? Вот это уже неплохо. Еще тиграм нужно жилище, в котором они смогут прятаться от слишком назойливых посетителей и плохой погоды. Хотя мы в Англии, так что не от плохой, а от нормальной погоды. Давай добавь в вольер жилище. Можешь потратить немного времени и собрать свое жилище из самых разных частей и элементов, либо просто использовать этот чертеж, который я для тебя уже сделала. Бедняжки. Сложно не заметить, что наши тигры выглядят раздраженными.
Проблема в том, что им не слишком нравится ландшафт в их вольере. Выбери тигра, чтобы открыть его панель информации. Перейди на вкладку «Ландшафт». Так ты сможешь увидеть информацию о ландшафте и узнать, какие виды ландшафта им нравятся, а какие нет. Нам надо узнать, что добавить или убрать, чтобы они были довольны. Открой инструмент редактирования ландшафта и добавь им земли. Состояние вольера, которое влияет на их благополучие, улучшится. Thank you.
Говорят, что чем крепче заборы, тем лучше отношения между соседями. Когда твой сосед бенгальский тигр, с этим трудно спорить. Хотя наши тигры кажутся такими счастливыми, что не сбегут, даже если забор снести. Только умоляю, не надо проверять эту гипотезу. Давай перейдем к индийским павлинам. Говорят, у них какие-то проблемы с социальными условиями. Найди одного из павлинов и нажми на него, чтобы открыть панель информации. Так мы сможем наконец понять, какие у них проблемы. Хотя, казалось бы, какие у птиц проблемы? Открой вкладку «Социальные условия», чтобы увидеть подробности. Ага, вижу. У них достаточно места и нет стресса. Но, похоже, их социальная группа не очень их устраивает. Давай узнаем детали. Нажми на вкладку «Социальные условия» в верхней части панели информации, чтобы увидеть, что не так. Ага. Как видишь, павлины, кажется, хотят, чтобы их было больше. Чтобы решить эту небольшую проблему, давай сделаем вот что. Примем еще трех самок павлина. Согласен? Что ж, отправляйся на рынок животных. Отличная работа с этими павлинами. Уверена, их скоро доставят. Но есть другая проблема. Что-то не так с нашим Ирбисом. Нужно отправиться к нему и посмотреть, в чем дело. Знаешь, как и люди, животные не любят, когда что-то делается неправильно. Например, когда кто-то не завинчивает колпачок на зубной пасте. В случае с Ирбисами им не нравится невозможность уединиться. В этом случае можно снизить уровень стресса, заменив обычное стекло в вольере односторонним. Это недешево, но, думаю, расходы оправдают себя. Это позволит животным не чувствовать на себе любопытные взгляды наших посетителей. К
Конечно, когда животное находится в неродном биоме, ему становится слишком жарко или холодно. Как можно догадаться, Ирбису у нас жарко, даже несмотря на ужасную британскую погоду. Нужно помочь ему, добавив в вольер охладители. Но для начала давай откроем тепловую карту с температурами и посмотрим на температуру в вольере Ирбиса. Как видишь, там уже стоит один охладитель. Давай поставим еще несколько, чтобы как можно лучше охладить вольер. К счастью, этот вольер уже подключен к электросети, но в будущем за этим тоже надо будет следить. Кстати, учти, что если электричество есть хоть в одной части вольера, оно есть во всем вольере. Тепловые карты содержат много полезной информации, так что обязательно исследуй их и используй по назначению. Нужно время, чтобы температура изменилась после установки охладителей и нагревателей. Ну, раз теперь у нас есть охладители, займемся ландшафтом для Ирбиса. Ирбисам нужны камни и снег, так что надо обеспечить его этим. Мне кажется, ты уже отлично разбираешься, как сделать животных счастливее. Так что теперь тебе нужно навестить других животных в нашем зоопарке и исправить проблемы с их вольерами. Это будет увеличивать среднее благополучие животных в зоопарке, а среднее благополучие – очень важный показатель в нашем деле. Чтобы быстро увидеть, как поживают животные в зоопарке, можешь открыть управление зоопарком и перейти в раздел «Животные». Неплохо, очень неплохо. Думаю, можно считать, что первый день обучения прошел отлично. Нужно еще много всего узнать, но для этого мы отправимся в один из других зоопарков Берни. Надеюсь, у тебя при себе паспорт, потому что мы вот-вот улетаем.